Бисмиллах, альхамду лиллях, вассалату вассаламу аля ашрафил анбия, ассаламу алейкум. Сегодня я хотел бы вам рассказать про нашу поездку с паломниками в одно из местечек, таких бедных местечек в Саудовской Аравии, в городе Мекка. Это 20 километров где-то за городом, 20 километров за городом. Здесь живут бедные люди, африканцы. Они раньше жили они в Мекке. Но в Мекке сейчас большое строительство. Вообще Саудия вся полностью в строительстве. Это как большой какой-то бам. Вот везде все строят. Потому что у них цель есть 2030, называется. Видение 2030. Визион 2030. Да? Это к 2030 году Саудия должна быть круче, чем Дубай. По своим масштабам. И вот мы приехали в этот район. В этот район бедный, смотрите, тут даже стены все переломали. Здесь тоже, они здесь живут, как беженцы. Они здесь, многие даже незаконно здесь живут, и поэтому приезжают муниципальные службы и ломают вот эти все стены бульдозером, сносят. Вы, говорит, здесь незаконно все это построили, поэтому мы вас будем здесь как бы мучить. И так им здесь плохо, здесь с водой плохо, с электричеством плохо, но они здесь живут. И жарко, летом жара достигает 50 градусов, и вы сами понимаете, когда здесь у тебя проблемы с водой или еще со светом, кондиционеры не работают, это будет, конечно, кошмар, это кошмар. Вот здесь все стройки, постройки какие-то непонятные, и вот мы сюда приехали, здесь бедные люди живут, и наш водитель Абдулла Бухари, он родом сам из Бухары, их дедушка приехал сюда, и здесь они живут, и Абдулла, он родился здесь уже. Он уже местный, паспорт у него местный. И он нас повез по вот этим районам, потому что он знает все эти бедные районы и еще знает, где здесь нуждаются люди. И мы зарезали барашку. С нами была одна сестра Диана из Чечни. Она купила много продуктов. И мы эти продукты расфасовали. Где-то 15 пакетов у нас получилось. Продукты, хлеб, вода, соки, там, кефир. В общем, мы и мясо. И мясо барашка. Мы поехали раздавать бедным, нуждающимся местным африканцам. И вот мы ездим, нас Абдулла возит. Вот сами видите, какой такой-то поселок. Посмотришь, как здесь люди живут. Это удручает. Естественно, очень сильно удручает. Думаешь, какой здесь прогресс? Мы находимся в городе Мекка. Саудовской Аравии, где здесь богатые люди вроде бы, да, показывают нам миллионеров. А на самом-то деле здесь люди еще ого-го какие бедные живут. В общем, мы здесь приехали, вот с нами тут башкирин, вот стоит как раз из Башкирии. Ахмад Закир, известный массажист Башкирии, он погиб вот в этом путешествии как раз. Он приехал. И с этим же Абдуллахом Бухари, вот на этом же Ярисе они разбились. Вот на этом же Ярисе, вот Тойоте, на этой Тойоте они разбились. Представляете? Абдулла Бухари, он, альхамдулилля, по милости Аллаха, остался жив. Но нашего вот этого башкирина, вот после вот этой поездки, 3 операции сложные сделали. Столько плазмы крови поменяли, где-то 15 пакетов плазмы крови. Его просто разрезало стальным листом пополам. Представляете, они влетели просто на перегородку и его разрезало. Вот этого Ахмад Закира, он жил у меня целый месяц. И перед тем, как вернуться в Россию, домой, он разбивается с этим Абдулла Бухари. Машина не подлежит ремонту. Буквально вот за неделю вот до вот этого, вот до этой нашей поездки. За неделю до нашей поездки вот этой. Когда мы раздавали помощь. Смотрите, субханаллах. Ну, район, конечно, район. Бедный район, сразу видно. Диана плакала. Ахмад Закир тоже был недовольный, ходил. Абдулла Бухари-то он уже привыкший. Но для нас, конечно, это было тяжеловато. В общем, вот так вот. Город Мекка, Саудовская Аравия. Есть бедные районы, есть богатые районы. Есть вообще крутые районы, но
по милости Аллаха, мы вот оказались вот здесь, посмотрели, как люди живут. И вам вот показываю этот небольшой вот ролик для вас, записал специально, чтобы вы тоже посмотрели. Что и в Дубае это. Это в любой стране есть богатые районы, есть бедные районы. Что в Египте я жил 15 лет. То же самое, там есть такие трущобы, в которые тебя прям силком не затащишь. А вот эта женщина идет одна еще.